Ну, что же, вы просили меня долго об этом в комментариях, особенно под распаковкой вот этого прекрасного Honor, о том, чтобы я сравнил две, вот даже не хочется сказать камеры, прям камерные системы от OnePlus 12 и от Honor Magic 6 Pro. Сейчас я пишу на оба этих два смартфона. Ну и помогает мне еще в этом GoPro. Вы можете видеть картинку с нее. Но, естественно, я буду везде подписывать, где какая картинка, где какой звук, чтобы не было путаницы. Ну и прежде чем начнем говорить об основных камерах, здесь я в этом ролике буду исключительно говорить о видео. Если, кстати, хотите подробный ролик о фото, ну, напишите в комментах. Может, соберусь. Переключимся на фронталку. Итак, фронтальные камеры. Ну, наверное, углы немножко разные, потому что я держу смартфон на такой палке. Тут еще установка, еще крепеж смартфонов. И все-таки один к одному, ну, не получается сделать. Но оп смартфона пишет 4К 30 FPS на фронтальную камеру. И сейчас давайте вы можете сравнить, что это за 4К такие 30 FPS. Но у Honor есть одно, ну, небольшое такое преимущество. Переключение более... Ну, вот 1x и 8x. То есть, ну, на 8x это примерно то же самое, что дает OnePlus. Так что, ну, здесь опять же надо смотреть... А знаете, на что мы сейчас посмотрим? Мы сейчас поговорим, а не посмотрим. Возвращаемся на картинки основной камеры этих смартфонов. Естественно, я подписываю, где что. Себе на бумажечку я выписал, что это за камерные системы и у того, и у другого смартфона, потому что они все-таки сильно-сильно разные. Давайте начнем с Honor. Основная здесь камера — это OmniVision OV50H на 50 мегапикселей с переменной апертурой от f1.4 до f2.0, переменной, лазерным автофокусом и оптическим стабом. У OnePlus основная камера, на которую сейчас ведет съемка, это Sony LUT808 Multip DAV. Ну, это такая не лучшая замена лазерному автофокусу, но вот что есть, то есть. Естественно, есть оптический стаб и f1.6. Ширик. Сейчас давайте я переключусь на ширик. Причем, вот обращаю на себя внимание, что на Honor это сделано все-таки удобнее. Потому что тут есть фиксированные кнопки. Вот, я переключился. А на OnePlus это ползунок, который, причем, почему-то мне сейчас в 4К 60 FPS это делать не дает. Возвращаемся, да, на ширик я переключился, только остановив запись. То есть, как бы, она иногда возникает. Вот сейчас, все внимание на OnePlus. Если я начал 4К 60 FPS записывать на ширик, я могу переключиться на основной сенсор. Но! Все же. Итак, ширик. На OnePlus мы имеем Sony IMX581, 48 мегапикселей, f2.0 апертура и, естественно, фазовый автофокус. На ширике Honor это OmniVision OV50D, 50 мегапикселей, такой же фазовый автофокус и f2.0. Ну, то есть, здесь я бы все-таки, конечно, отдал бы предпочтение, ну, наверное, по характеристикам, наверное, все-таки OnePlus. Но сделано все лучше у Honor. Теперь мы поговорим о телефотообъективе. На Honor вот двукратный оптический зум, притом я продолжаю снимать. И 2,6-кратный оптический зум, но по какой-то неведомой причине... А, нет, вот срабатывает, да. Сработало. Переключение на 2,6. На OnePlus что мы имеем? На OnePlus мы имеем опять какую-то хренотень. Я из ширика не могу переключиться на нормальное телефото. Ну что ж, тогда придется опять все перезапускать. Итак, перезапускаем. И я сейчас буду пробовать на OnePlus переключаться на телефото из 1X. Здесь на Honor я переключился, а на OnePlus... Вот на OnePlus двукратный зум.
И что-то мне подсказывает, что он нифига не оптический. И вот, условно говоря, тот же самый 2.6, что есть и на Honor. Можете оценить, какое качество и там, и там. Давайте посмотрим на удаление. На удаление сначала вот на рекламном баннере. И на Останкинской телебашне. Ну, естественно, и тот смартфон может еще кропаться вот так вот вручную. И тут, конечно, прям преимущество Honor с его... А, слушайте, я же вам не сказал про характеристики, да? Тут, в общем, преимущество Honor будет очевидно. Смотрите, на Honor у нас телефото 180-мегапиксельное, причем это нативные 200 мегапикселей, Samsung S5KH P3. Есть фазовый автофокус, есть оптическая стабилизация и апертура объектива f2.6. У OnePlus это все гораздо-гораздо скромнее. Это всего лишь Omnivision на 64 мегапикселя, f2.6 апертура. Ну и также есть фазовый автофокус и также есть стабилизация. Но вот то, что я вижу на самом смартфоне и на том, и на другом, ну просто, ну вот, правда, есть какие-то подергивания у Honor. Но качество гораздо-гораздо лучше у Honor. Ну и давайте переключимся все-таки на один крат. Как же это неудобно делать на OnePlus? Ну, господи, ну сделайте вы какую-то обнову, что ли, чтобы кнопки сделать. Ужас. Давайте посмотрим на то, как работает. Ну, стабилизация, я думаю, и на том смартфоне нормально отрабатывать, потому что тут и оптическая стабилизация, здесь и программная стабилизация. В общем, ну, флагманы, в конце концов. Но интересно, как работает автофокус. Вот давайте сфокусируемся вот на этом пёсике. Ну, и, слушайте, я думаю, прям один в один они работают, и ничего такого особенного нет. Ну, давайте тогда переместимся в новую локацию, потому что днем снимать это одно, а когда света меньше, это совершенно другое. К сожалению, как бы мне не нравился OnePlus 12, но нужно признать, что нормально переключаться между всеми тремя сенсорами он не в состоянии. Поэтому в дальнейшем в видеотесте я снимаю на OnePlus 12 4К 30 кадров. А у Honor отлично держится. 4К 60 кадров в секунду, без всяких проблем. Искусственное освещение, света уже гораздо меньше. Ну и давайте сначала на Honor переключимся на ширик, а потом переключимся на ширик на OnePlus. Можете обратить внимание на то, насколько отличается цветопередача. И вот эти вроде бы 0,1, но... Все-таки Honor захватывает на ширик гораздо больше. Ладно, идем тогда 2x на Honor. На OnePlus ставлю тоже. Так, я переключился. 2x. И вот при 2x у меня такое ощущение, что на OnePlus нет переключения на... Странно, очень странно. Ну, давайте на 3 переключимся. О! Вот, на трех, на OnePlus, есть переключение на нативный телефотосенсор. Ну и для того, чтобы Honor как-то компенсировать это все, давайте на 2.6 переключимся. Можете обратить внимание, вот давайте сконцентрируемся на этом баннере. Опять же, цветопередача мне больше нравится на Honor. Ну, там, конечно, и преимущество очень серьезное. На телефото. Хотя у OnePlus, чисто по бумажкам, да, трехкратный оптический зум, а у Honor всего лишь, да, какие-то всего лишь 2,5, 2,6 крата. Ну, давайте вернемся к единичке, потому что подозреваю, что большая часть времени все-таки будет всеми записываться именно на 1x. И опять я не могу просто не поругать OnePlus, но это невозможно. Вот сделайте вы в каком-нибудь обновлении, я понимаю, китайцы не будут смотреть, им плевать вообще на мнение
российского пользователя, пользователя рынка, на котором эти смартфоны никогда не продавались и, скорее всего, продаваться не будут. Ну, сделайте вы эти кнопки. Ну, зачем этот чертов ползунок вам нужен? Ну, для чего он вообще кому-то нужен? Плавности все равно, как на айфоне, достичь невозможно на андроиде. Ну, я не знаю, может, на каком-то там 16-м андроиде и Snapdragon 8 Gen 5 будет что-нибудь такое. Ну, пока вот как-то так. Здесь света еще меньше, он гораздо более искусственный, да? И давайте, давайте на чем-нибудь мы сфокусируемся. Опять же, мне по плавности больше, ну, во всяком случае, то, что я вижу на видео, нравится на Honor. Ну вот по автофокусу, несмотря на то, что лазерный у Honor, скорость одна и та же. Ну что же, давайте тогда повышать ставки. Ну и, конечно, видео ночное. Потому что на смартфоны мы действительно часто так снимаем. 4К 60 FPS, напомню, на Honor. И 4К 30 FPS, напомню, на OnePlus 12. Сейчас съемка ведется на основной сенсор и там, точечные источники света вы сами видите. Картинка, мне кажется, посветлее на OnePlus, но как-то поаналитичнее, да, скажем так, на все-таки Honor. Ну прям вот сильно она светлее, но опять же это еще, возможно, сам смартфон наваливает, да. Сейчас выйду на оперативный простор. Сможем посмотреть на ширик. А вот здесь посмотрим на именно то, как смартфоны фокусируются. И слушайте, в темноте, мне кажется, фокусируется получше вам Honor, безусловно, Honor. Ну что же, ширики и там. Ну, ширики, естественно, конечно, в темноте начинают прям сливать. Ну, хотя, знаете, почему сливать? Вот здесь OnePlus мне больше нравится. Ну, возможно, у него он как-то помыльнее, что ли, будет. Нет, вот на 0,6. Да нет, действительно, OnePlus как-то получше выглядит шириками. Сейчас мы пойдем прям в самую темноту. Там, где со светом прям, ну там, слово из четырех букв, да? И будем переключаться тогда на телефото. Двукратный зум оптический на Honor. И вот что-то двукратное на OnePlus. Ну, опять же, картинка мне больше нравится. Она светлее на OnePlus, но мне кажется, лучше она все-таки на Honor. 2,6 на Honor и 3. Ну, я так считаю, во всяком случае, 4К 30 FPS. 3 это телефото на OnePlus. Попробуем до 3,3. Да нет, ничего не меняется. 3. Ну, в принципе, и там все читаемо, но, опять же, мне как-то больше нравится Honor. Но картинка там, возможно, более такая дерганная, что ли. И вот специально опять переключусь на единичку. Как же это надоедает делать на OnePlus, каждый раз нажимать на этот самый ползунок. И вот темнота. И основные сенсоры и там. Можете оценить, как оно все работает. Я иду, снимаю с рук. Никаких стабилизаторов тут, конечно, в помине нет у меня. Просто снимаю, вот держу в руках. Ну да, я вот глазом на самом деле хуже вижу, чем эти смартфоны различают темноту. Ну, конечно, вы можете сказать, что я слепой крот. Ну, возможно.
Но опять же, вы все видите сами перед собой. Качество. Опять же, блики. Вот интересное дело. Сейчас вот по бликам еще пару слов скажу. По бликам лучше Honor. Тут, видимо, какие-то алгоритмы их давят. А на OnePlus проблема еще в этом дополнительном стекле, которое над камерным блоком. Оно, конечно, просветленное, там все дела, но, видимо, блики из-за этого появляются дополнительные. Это не есть хорошо. Ну что же, вы все видели сами, делать выводы только вам. На мой взгляд, OnePlus 12 снимает хорошо ровно до того момента, когда на горизонте не появляется Honor Magic 6 Pro. Если остались вопросы, пиши в комменты, там и общаемся. Лайк, подписка, про телегу нашу тоже не забывай. Пока.